При создании памятника Юрию Долгорукому планировали посвящение основателю Москвы от советского правительства. Однако текст в итоге укоротили. Как выглядел князь, неизвестно, однако вспоминали, что на открытии памятника кто-то воскликнул: «Ну до чего похож?». Городская легенда рассказывает об утверждении Сталином окончательного варианта памятника. Вождь, внимательно рассмотрев модель, сказал: «Почему у вас, товарищ Орлов, Долгорукий сидит на кобыле?». Жеребец подчеркнет мужественность основателя Москвы. Авторы не нашли, что ответить, а в проект срочно внесли изменения. В 60-х Хрущев, проезжая по улице Горького в дурном расположении духа, возмутился тем, что гениталии у жеребца изваяли такими крупными. На следующий день бронзового коня под Юрием Долгоруким оскопили. Москвичи на это сразу же отреагировали шуткой. При царях Скобелев скакал на жеребце, а при советской власти Долгорукий на мерине.